Около 30 тысяч за один квадратный метр. Именно столько будет стоить в среднем жилье в Дагестане. Минстрой России приказом установил среднюю рыночную цену на стоимость квадратного метра жилья в регионах на 2019 год. Отметим, что в прошлом году для республики показатель был определен в размере 27 тысяч рублей. При этом в федеральном ведомстве отмечают, что недвижимость на Северном Кавказе одна из самых недорогих в стране. К примеру, в столице России квадратный метр обойдется в три раза дороже. Это 91 тысяча рублей.